Гуманитарный центр Томской епархии приглашает помочь собрать детей в школу. Для помощи нуждающимся семьям гуманитарный центр Томской епархии принимает портфели, тетради, ручки и другие канцелярские принадлежности. В центре полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Уже меньше месяца остается до начала учебы, поэтому центр объявил благотворительный сбор, чтобы помочь школьникам из малообеспеченных семей. Передать помощь можно, позвонив предварительно по телефону 8 913 114 26 14.